Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на канале Boston Technic. Меня зовут Амур. Представляю вашему вниманию DZ-33A 1983 года. Данная техника наработка небольшая, лишь это родное, прицепное. Работу выполнял минимальную. Большую часть своего существования стоял в данном месте. Он требует приложить к нему небольших вложений, чтобы привести его в рабочее состояние. Гидравлика вся на месте, она вся работает, нужно ее подцепить. Колеса. Так, есть небольшие порезы, но протектор на месте, довольно-таки хороший, и давление колеса держат. Друзья, полный комплект, его нужно немного подсобрать, и он будет полностью готов к работе. Данную технику можно приобрести за наличные, так и за безналичный счет. Находимся мы в городе Волгоград. Историческая 183. Спасибо за внимание.